Знаете, что это? Это массаж гуаша, один из элементов традиционной китайской медицины. Си-си-нин. Мне даже пришлось для этой процедуры немного изменить прическу. Меня зовут Олеся Корзун, и я исследователь сегодня программы «Вопросы и ответы». Мы находимся в аптеке традиционной китайской медицины, и этот стенд полностью посвящен тем самым инструментам, которые используют местные народные лекари. Как то, например, иголки в иглотерапии. Эти иголки совершенно разной формы, совершенно разных размеров, и втыкаются в совершенно разные части человеческого тела. Либо вот этот инструмент. Я понятия не имею, для чего он, нам специалист потом объяснит. О, а это я знаю. Эти инструменты используются в массаже гуаша. Вот эти пластины делаются из нефрита. Они совершенно разной формы для косметических процедур, либо для лечебных. Эти для косметических. Вот таким вот способом китайские женщины омолаживают, избавляются от морщин и ждут прилива энергии. Местные врачи обещают, что если я буду часто использовать эти пластины, я буду красивой до 100 лет. Ну что ж, проверим. Дело в том, что здесь мы совершенно не случайно. Мы получили вопрос от Анны из Казахстана. Анна, здравствуйте. Сейчас зачитаю ваш вопрос. Анна спрашивает, какие методы использует традиционная китайская медицина? Анна, ну и задачку вы нам задали. Дело в том, что, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо прочитать как минимум несколько фолиантов. Ну что ж, раз есть вопрос, должен быть ответ. Попробуем вместе разобраться, в чем уникальна традиционная китайская медицина. Конечно, все эти мнения весьма познавательны и даже имеют полное право на существование. Но, Анна, согласитесь, что лучше получить ответ специалиста. Поэтому за квалифицированной информацией мы отправляемся в клинику китайской традиционной медицины. Пойдемте! Китайская медицина – это целая наука, которая развивалась в Китае на протяжении нескольких тысячелетий. Это своего рода результат труда и жизнедеятельности китайского народа, который сплотил в себе способы и методы и профилактики, и лечения болезней. 因为肩膀，就是老是办公嘛，然后时间长了肩膀会酸痛。脸上长斑，调理身体吗？主要是又生又育的。我是那个失眠。他咳嗽，但是来看看。好好。Говорят, в китайской традиционной медицине не нужно сдавать кровь, не нужно сдавать какие-то другие анализы, не нужно делать рентген, флюорографию, либо УЗИ. Достаточно, чтобы доктор на тебя посмотрел, задал несколько важных для себя вопросов, почувствовал твой запах и сделал диагностику по пульсу. По-моему, достаточно странно. Мы, европейцы, привыкли к более сложным методам диагностики. Но я решила проверить все на себе, поэтому я записалась к доктору Вану. И прямо сейчас пойду к нему на прием. Добрый день. 一个月，我看一下你的脉。从这个脉象来看呢，总体来看你的身体状态还不错，是脉象比较偏滑。按照我们中医来说，它有心火，就是说你想的事情比较多。我把这个处方开了，然后您可以回去试试，我相信会对你有一定帮助的。同时建议您做一下针灸，做一下针灸的治疗。一个月，你。 Это отделение иглотерапии, процедурный кабинет. Страшно, очень страшно. Прошел, я лайчанин, не канся. Сын不好, 针灸能帮我吗？可以，那个可以针灸治疗，效果很不错。我想试一下。 Вы знаете, это совсем не больно. Я думала, что я испытывала страх, думала, что это будет очень больно, но тем не менее,
Есть какие-то ощущения слегка неприятные, но все нормально. Хотя странно такое, когда из тебя торчат иголки. Мне врач сказала, что нужно сделать 20 уколов для того, чтобы излечить мою бессонницу, поэтому давайте сделаем паузу. Все, наконец, закончилось. Вот на такой эксперимент я сегодня решилась, но я очень-очень надеюсь, что этой ночью я буду спать сном младенца. Это что, китайские банки? О, нет. Лучше я пойду к другому специалисту. Привет, не ожидали меня увидеть в таком ракурсе? Сейчас мне делают массаж. Вау! Очень приятное ощущение. Это что-то удивительное. Вау! Это прекрасно. Массаж — это прекрасно. У моей массажистки очень приятные руки и очень сильные. Я хочу массаж делать каждый день. Ау! По-моему, она затронула точку удовольствия. О, а сейчас расслабляющая часть массажа. Прям хочется закрыть глаза и уснуть. Врач делает те самые движения, которые помогают улучшить кровообращение. Помните детский стишок? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так вот сейчас как раз на мне та самая часть, которая постучали, постучали. Еще на родине я слышала о чудодейственных свойствах китайского традиционного массажа. Потрясающе, удивительно потрясающее, изумительное чувство. Тело полностью расслабилось, мозг отключился. Ну и, конечно же, ничем не умолимый лечебный эффект китайского традиционного массажа. Ван Шен, амо, душу мы бин, ся гу, ха. Ни хао. 我们这个中医的按摩呢，当然是对一些失眠、颈椎病、腰椎病、气管关节病，哎，还有一些痹症，效果是最好的。当然了，咱们还可以通过一些小手法呢，治疗一些像，例如像感冒一些常见的小病，像按摩一些风池穴，在咱们的颈后凹陷处左右各一个，它按起来往上一提，它会很酸痛的那种感觉。 然后还有太阳穴，像咱们头疼的时候轻轻揉一揉，效果是非常好的。当然了，咱们的胳膊上也是有穴位的，像这个合谷穴，也就是咱们常说的虎口，哎，治疗一些感冒、头疼，效果也是非常好的。牙疼也可以按这个穴位，头疼很痛的。当然了，咱们女性呢可以做一些美容，也可以在家里经常做，像这些四白穴，哦，还有刚才说的太阳，还有咱们的攒竹。 还有四足空，完后还有承浆，像咱们的面颊部分就可以用手往上推。当然了，咱们不能往下呀，往下它会因为地球的吸引力越来越往下。完后上面的这个上颚部分可以这种分推法，哎，效果都是非常好的。谢谢，不客气。<笑> Методы лечения в китайской медицине можно условно разделить на два вида – наружное воздействие и внутреннее. К наружному относятся иглоукалывание, массаж, банки, гимнастика цигун. Клиническая практика доказала эффективность этих методов. Ну и внутреннее лечение – это прием лекарств. Ну что ж, Анна, тонизирующие процедуры китайской традиционной медицины закончились. Теперь я отправляюсь за лекарствами. Китайские лекарства – это один из самых важных способов лечения в традиционной китайской медицине. Они бывают в виде таблеток и отваров из лечебных трав. История китайских лекарств, сделанных на основе целебных растений, насчитывает уже более 2000 лет. Эти препараты заручились уважением и доверием, главным образом потому, что в качестве компонентов здесь используется природное лекарственное сырье. Ну вот, например, коренья, стебли, листья, цветки или плоды растений. Также продукты животного происхождения и даже минералы. Чаще всего из них делают отвары. Доктор может увеличивать либо уменьшать состав и дозу лекарства в зависимости от симптомов и состояния больного.
В этом и заключается отличительная особенность традиционной китайской медицины. Мое мнение, любое лекарственное средство имеет побочные действия. Просто у китайских лекарств они минимальны. В их состав входит множество разных компонентов, которые вступают во взаимодействие друг с другом. Например, одно лекарство может подавить побочное действие другого. Вместе они наносят меньше вред организму и приносят наибольшую пользу. Также в традиционной китайской медицине считается, что лекарство и еда происходят из одного источника. То есть какое-либо лекарственное сырье само по себе уже пищевой продукт. Поэтому побочные действия китайских средств минимальны. Говоря в общих чертах, особенность традиционной китайской медицины заключается в том, что она делает упор на всесторонний комплексный подход. В первую очередь, она подчеркивает единство человека с природой. Проводя лечение или профилактику, необходимо учитывать целостную связь человека с природой, человека с обществом. Во-вторых, человек сам по себе – это единое целое, цельная система. Если, например, у больного всего лишь разболелся зуб или выскочила язва в полости рта, это связано с совокупными функциями всего организма. Нельзя смотреть поверхностно. Человеческий организм – это система, поэтому врачи китайской медицины проводят диагностику общего состояния организма и в соответствии с этим назначают индивидуальное лечение. Я уже на себе испробовала лечение гуаша, траволечение, иглоукалывание. Сейчас очень эффективно занимаюсь гимнастикой по системе ЦГ. Китайская народная медицина очень эффективна. И для, я думаю, как для китайского, для китайских людей, так и для европейских людей. В последние годы наша страна уделяет особое внимание интернационализации традиционной китайской медицины, а также всей отрасли традиционных китайских лекарств. Будучи традиционной наукой, китайская медицина является сокровищницей мирового значения. Она должна служить не только китайцам, но и всем людям земного шара. Думаю, в дальнейшем, вслед за экономической глобализацией и ростом научно-технических обменов, все больше людей и ученых в мире поймет и примет традиционную китайскую медицину. Вот какой мне мешок вручили. Это мои рекомендации по здоровому образу жизни, а это те самые профилактические настои, которые мне рекомендуют врачи китайской традиционной медицины. Анна, я надеюсь, вы остались довольны нашим ответом. Кстати, благодаря вам я испытала на себе методы китайской традиционной медицины, и если вам было интересно, то вы можете попробовать тоже. Спасибо вам за вопрос. Будьте здоровы и, конечно же, пишите нам. До встречи!